И всем привет, с вами Расин, это Лимонкрафт на проекте Divine RPG. Да, я тут начал уже выживать, и сундучок нашел место для жилья, и буду постепенно развиваться. Слышал, тут очень, так сказать, сложные крафты. Да, вот я уже и заприватил. Как же без этого? А то еще раз грабят. Люди-то есть. Начинаю потихоньку изучать, что тут есть, какие... Ой, хую... О, большое измерение. Тут есть паучки. Или жучки. Ага, квест выполнен. Ну, я думаю, это самое начало. Можно даже было и не вставлять. Вот, откроем 5 сундучков. Ну, да. Что-то фигня. Не везет с выпадением. Ну, хотя бы обычный амулет. Начинаю развиваться в шахте. Без этого вообще никак. Шахта — это мой дом. Шахта все и начинается. Да здрав шахта. Ага, первый уголек. Ну, как же без этого? Это самое начало. Здесь оно должно быть... О, первые алмазики. Тоже должно быть. О, первое золото. Блин, кирка выпала. Надо собрать. Раз, два, три. В принципе, все самое лучшее, все самое у меня. О, вторые алмазики. Да я уже богат. Почти. Угу. Вот уже и руду насобирал. Ага, еще 5 квестиков накопилось, точнее сундучков, тоже их откроем. На этот раз лут уже получше попался. Намного лучше, именно и свитки даже выпали. О, каменный вис. Довольно полезная вещь. О, даже ботания. Ладно, начинаем потихоньку расчищать территорию, без этого никак. Поставил немного ограждения и начинаю строить такую платформу. Не знаю, зачем, просто в голову пришло. А почему бы нет? Реально полезная вещь, как это без этого? Ладно, пока я строю, хочу сказать, что продолжение по-любому будет. Но вот о чем можно еще сказать? Слышал, тут сложные крафты, я их буду по-любому изучать. Вот моя платформа уже готова. Но про шахты тоже не будем забывать. О, мои третьи алмазики. Классно. О, мои четвертые алмазики. Люблю шахту. Пятые алмазики-то, да как это понимать? Столько жил. И расскажу вам один секрет. Копайте в самом низу, возле бедрока. Там выше шанс найти алмазы. Ну, сами видите, уже пятые. Я уже на базе оградил ее. Довольно смотрится топово. Вот, надо будет очистить немного территории, потому что вообще без этого никак. Не, ну то есть я не хочу постоянно прыгать и делать разные такие вещи. Поэтому очищаем территорию. И думаю... Будем заниматься немного базой. Надо ее разукрасить, чтобы было приятно глазу. Вот, сделал вот так, более прелестно смотрится. Так как я в шахте провел очень долго, я решил не брезгать красным камнем. Да. Во, стало намного лучше, все переместил туда-туда, мне домик не нужен. Главное, чтобы просто красиво смотрелось. Дальше у нас по квестам, это Таункрафт. Ой, блин, даже это немного сложно будет, сам крафт. Крафтим 2 железных наконечника, и вот моя палочка готова. Накопилось еще 5 квест штучек, сундуков. О, на этот раз награды еще лучше, даже слиток моностали. Лучше бы, если бы это была, конечно же, террасталь. Там вообще бы шок был бы. Ага, бумага есть, книжная полка есть, палочкой нажимаем. А, где он? Ага, магия исчезновения. Я понял. Так, я уже спустя очень долгое время я изучил все аспекты, потратил очень долго времени. О, мои 6-е алмазики про шахту, конечно же, надо не забывать, потому что некоторых кристаллов у меня не хватает для дальнейшего изучения Таункрафта. Квест такой. Мои 7-е алмазики. Я говорю, что это довольно полезно. Можете даже промотать, посмотреть, это не одни и те же кадры. Это все так и есть. Ага. Первое изучение, первое открытие, экспертиза. Супер. О, мои 8-е алмазики. Я надеюсь, я не сбился со счета. Да, это же 8-е алмазики. О, мои 9-е алмазики, ну-ка. Блин, только... Нет, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да я бога... О, еще и шахту нашел. Что может быть лучше этого? Так, это алмазы там? А, нет, это просто из Таункрафта. Мои 8-е или 9-е алмазики. Вот теперь я точно сбился, какие именно это у меня алмазики. Какой я богатый, а. Так, сундучок, а в нем золото. Фигня какая-то. О, мои 9-е алмазики. Надеюсь, я правда не сбился со счета, и все так и есть. Будем надеяться. Ага, нашел какое-то сердце. Выглядит довольно прикольно. И...
Давайте попробуем, что ли, его взять. Ой, его можно скушать. Давайте тогда съедим. А, видимо, бесполезное, да? О, нет, смотрите, у меня появилось новое сердечко. Так, там, видимо, дискотека криперов, да? Почему их так много? И почему у него голова постоянно чем-то страдает? Бедный крипер. Удачи, но к ним я лезть не буду. Просто мимо пройду. Ага, все кристаллы добыты. Верно? Верно. Забираем сбалансированный кристалл, потому что они больше нам пригодятся. Потому что может фигня выпустить. Так, еще одно изучение. Еще одно изучение. О, кристалл. Это после смерти он выпал. Классно. Думаю, сделать для него платформу, чтобы красиво смотрелся. Ну, а зачем мне его есть? Это мой первый кристалл, который я нашел самолично. Поэтому мы его поместим. Да, я не брезговал своими ресурсами и решил вот так сделать. Ну чё, я 3 часа в шахте копался, это было зря. Ну ладно, может часик. Вот, как-то вот так красиво смотрится. Обалдеть. Вот я уже на этом буду постепенно заканчивать. Мы добились уже многого. База есть, оформление есть, начало домкрафта есть, ботания, цветы рядом. Всем спасибо и всем пока. Ждите пока.